Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами канал Fuck you. И это дневник трейдера. Мы продолжаем. Сейчас я прикрою немножко окошко, чтобы не светило так сильно на меня. Мы продолжаем, друзья, торги наши на рынке Форекс. Продолжаем наше обучение торгам. Ну что ж, поехали. Давайте 10 часов. Сегодня без опозданий. Давайте проверим. Давайте проверим. Сначала, да, сначала меня интересует Франк. Как вы помните, вчера я закрыл вручную сделку, да, вот на этом уровне. Потому что уже было 8 часов вечера, хотелось идти отдыхать. Не дошло. 12 пунктов. Цена не дошла до нашего take-profit. А как вы видите, через две свечки она прошла еще и 20 пунктов. То есть наш take-profit был бы закрыт фиг с ним, с теми 12 пунктами. Еще 40 минут там или полчаса сидеть для того, чтобы достигнуть этого тык профита уже не было никаких сил 10 часов возле компа провел так и как вы видите потом цена опять откатывалась вниз даже если бы здесь не достигла то здесь бы точно достигла да здесь больше 40 пунктов прошла цена вот. то есть наш расчет и наш вход в рынок был правильным а если бы я немножко раньше, как, да, как на картинке у нас бы здесь на 12 пунктов, вошел бы сразу бы после пробития до да, уровня, где-то там 3-4-5 пунктов от уровня, то и мы бы и взяли бы их профит побыстрее. Ну ничего страшного. Главное, что, что прогноз был проведен правильный, модель была отработана правильно. Да, э Стоп-лосс был установлен правильно, вот как вы видите, 10 пунктов цена разворачивалась в нашу сторону, 10 пунктов забирала жадных э, трейдеров, да, которые пытались там входить по более низким стоп-лоссам, там 25 пунктов, да, кто, допустим, ставит стоп-лоссы на закрытие и открытие сразу за ним, там, да, то есть этих всех людей... Цена позабирала. Мы же поставили по модели 5 пунктов от нашего, э, от нашего э, нижнего хвостика. И зашли себе и забрали все наше движение. Как это и на модели нарисовано. Это замечательно, друзья. Так, сегодня у нас пятница. Как вы видите, токийская сессия торгуется вяло. Вообще, вяло, если вчера, вот на токийской сессии, был какой-то хотя бы диапазон, да там в районе 200 пунктов, то сегодня на токийской сессии 100 пунктов у нас диапазон. Вот, ну лондонская сессия открылась, начались торги. Пока что, что мы видим? Мы видим следующее. А видим мы такую картину, что у нас четко на наш уровень 97.13 присела цена. Смотрите, когда нырнула было под нее, сейчас пошла вверх. Но я не понимаю почему на самом деле. Мне кажется, вот когда такое происходит, да, когда цена у нас была вверху, потом прижимается к уровню, должен быть пробой уровня вниз. Может быть, это у нас сейчас пошел поход за стоп-лоссами в районе 100 пунктов, да, 100-110 пунктов обычно ходят за стоп-лоссами для того, чтобы потом хорошо подвигаться вниз. Может быть и такое. А вот. Пока что никаких сигналов у нас для входа в рынок нету. Да, ожидаем. Смотрим. Поехали дальше. Евро. Евро, вот как вы видите, да, вот он поджимался у нас вверх. Точно такая же. Смотрите, картина точно такая же. Поджатие кругом. Это пробойная модель. Даже сейчас вам покажу, где там мой Телеграм. телеграм. Покажу вам одну картинку, да. Блин, где же она? Где? Вот она. Вот эта картинка. Я надеюсь, там видно. Да, вроде видно. Вроде видно. Да, видно. Вот смотрите, друзья, вот наши пробойные модели, да. Лимитный продавец, который поджимает э, снизу вверх цену к уровню, да. И кажд... маленькими барами она подходит к уровню и потом должен быть пробой. Вот подход к уровню малыми барами, да. То есть лимитный продавец это это тогда, когда у нас несколько свечей, да, хвостиками. Да, бери телефончик. Держи. Это когда у нас э, какой-то, пожалуйста, какой-то продавец тыкает, тыкает, получается у наш э, в наш уровень, да, ценами, тыкает, тыкает и потом все-таки и поджимает, поджимает и потом получается пробой у нас вот или э, просто подход к уровню малыми барами то есть цена подходит малыми барами подходит и пробивает или же допустим следующая пробойная модель это когда цена у нас идет с какой-то одной стороны заходит под уровень потом собирается лимитный да или какой-то лимитный тут у нас <coughs> продавец получается опять собирается и чик и уход вниз. Давайте же будем смотреть, что у нас. Вот у нас третья модель, да. А, да. Получается, вот у нас третья модель, цена подходила отсюда. тыкалась, 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 тыкалась в наш уровень и должна уходить вверх по идее, да, то есть начинать пробивать. Правильно я, я понимаю. Пробили уровень. А, то есть если бы, а, то есть если бы мы снизу и шли, пробили уровень и не могли обратно вернуться, получается, да? А тут мы наоборот под уровнем закрепились, стыкались, стыкались, не смогли пробить, ложное пробитие было. Все, понял, неправильно, понял я сразу. Видите, вот для чего нам нужно, нужно обучение. Без обучения никуда невозможно. Сейчас я прикрою дверь. Вот там ребенок уже начал играть в игры. Да, получается, это все у нас тестирование уровня. Сильный вот этот у нас уровень. 0,80-70. Уже не раз я убеждаюсь, да. Как видите, цена возле него обычно тут хорошо ходит. Вот. Да, цена получается не могла-не могла пробить долгое время. Потом ложное пробитие и уход цены под уровень. Все правильно, все правильно неправильно я немного понимал. Хорошо. А как же тогда расценивать вот это? То есть, то есть получается вот эта модель, она противоречит этим? Или как? Не могу понять. Пробила уровень, собирается над уровнем. Пробила уровень, собирается под уровнем. А эта цена идет к уровню, потом пробивает. Все, понял. Давайте еще раз смотреть. Тут у нас цена... А, -а, -а правильно. Тут у нас цена шла снизу, но не пробила уровень. Если бы она пробила и собиралась бы над уровнем, тогда бы она пошла вверх. Если она не пробила, собралась под уровнем и ушла вниз, то значит все правильно. Да, а здесь у нас что получилось? Цена тоже не пробила, собиралась над уровнем, да, силы не было, ложное пробитие и цена пошла вверх. Все понятно. Теперь все понятно. Здесь вот совсем другая картина. Да, цена шла сверху, тестировала уровень, тестировала. Прошла под уровень, как вы видите, да. Собралась под уровнем и пошла дальше. То есть тут идеально, да. Причем сформировав у нас две наших модельки красивых. На этой вообще, ну, нежелательно, конечно, заходить по этой, когда есть еще и соседняя, да. Лучше заходить со стоп-лоссом по хаю ну, тут и так маленький стоп-лосс, 25 пунктов, 75 можно было брать, да. Ах, я я я и пропустил. Но это было прям утром 8 часов утра. Первая была в 7, другая была в 8. Ну, ничего страшного, еще целый день впереди. Еще целый день впереди. Еще будут у нас модели. Так, я закрыл двери, собака зашла, вышла, открыла. Так, хорошо, хорошо, поехали дальше. Поенки тоже за секунду мы проанализировали, цена и шла, закрепилась под уровнем и пошла себе дальше. То есть это у нас модель, вот это у нас модель. Нет, а давайте, да, посмотрим именно реально. Тут лимитный был, да, тут был лимитный игрок, получается. Лимитный продавец. То есть, цена себе и шла, подкрепилась под низом, собрала лимиты и ушла дальше вниз. Да? Да. Вот как здесь. Собрала от уровня лимиты и ушла дальше вверх. А у нас только противоположное. <свят> потому что здесь подход маленькими барами. Пробой, прокол, пробой и пошли дальше. Кстати, эту картинку надо себе сохранить. Где наши ножнички? Ножницы ой 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 ой, -ой. Нож... Ножнички. Сейчас мы себе эту картиночку сохраним. Хорошая картинка. Да. Вообще, лучше, пока вы учитесь, такие вот картинки. Пробой. Напишем себе. Пробой. Пробой. Так, где наша папочка? Здесь трейдинг. Тр -т -т -т, трейд. Вот наши модельки. Ну, пока я себе в браузере оставлю открытым. Да, поехали дальше. По Ене, по Ене понятно. Проспал я, конечно, модельку. Ну, ничего, время. Риски money management это наше все. Поэтому, если мы торгуем там с 10 до 5 вечера, да, вчера вот я зашел пол пятого вечера в сделку и сидел бляха-муха до 8, да, хотя через полчаса. Ну, ничего, сделка-то оказалась прибыльной, да, не зря сидел, как говорится, но все равно. Так, смотрим, что у нас дальше здесь происходит. А здесь у нас чуть пошире на австралийце были торги. Собиралась какая-то позиция, получается. Ночью у нас тут вокруг нашего серединки нашего АТАР, да? Вот вам моделька разворотная. 60 пунктов стоп лосс. Ну, пока ничего нельзя сказать. 180 пунктов не прошла. 180, ну и, и, модель не совсем красивая, да, видите, одного уха вообще нету, второе ухо сильно длинное. Эту модель можно назвать овчарка, да, вот эту, да, разворотную овчарка, она такая, как будто бы так овчарка встала, раз, и уши, да, такие, чик, наставила, одно ухо иногда поджимает, да? модель овчарка такая, раз, чик, я все, я унюхала падение, да, раз, хорошее настроение пятничное. Конец рабочей недели. Так. Новая Зеландия. Новая Зеландия. Смотрите, здесь у нас может быть разворотная моделька. Опять же, да, видим, цена и шла. Чик ударилась четенько в наш уровень. Смотрите, вообще четко. 98, 800, 803 даже даже кончики чуть ниже. Ну, плюс-минус, да, три пункта. Лучше чуть поставить так с подтверждениями э, в прошлом. Да, вот смотрите, здесь вот какое красивое подтверждение ударчиков. Да? Вот, 800, грубо говоря. 59, 800 останавливает наш, наш уровень, останавливает цену. И сейчас, если здесь будет собираться цена у нас... Чик, она пойдет себе вверх, да, но модели у нас никаких не рисуется, овчарка у нас не рисуется, да, поэтому поехали дальше. Дальше у нас фунт. Что у нас здесь фунтик? Фунтик ходил с рединки Атеара, провалился вниз, нарисовал нам разворотную модельку со входом, со входом где-то в 65 до да, 65 пунктов и козлина обманул нас, да? Просто обманул. Обманщик у нас фунт. И пошел себе вниз. Вот и все. Вот и весь фунт. Потому по фунту у нас, как вы видите, и не сильно много сделок, потому что что-то он, короче, не отрабатывает эту модель. Да, что-то он вообще ее как-то плохо отрабатывает, то с большими стопами надо входить, чего я себе сейчас не могу позволить, то как что-то вот такое происходит, да. Вот, ну допустим, смотрите, э -э ночью хорошо отработала у нас получается наша М1 моделька, где от цены, да. В в от нашего уровня цена была в, э, в дальности там одного чуть больше АТАР, цена падает у нас, пробивает уровень 22.035, потом со стопом где-то 70 пунктов можно было заходить в сделку и 170 пунктов да это получается э, 210 пунктов нам надо забрать да и цена обратно возвращается вот как видите вверх на 200, даже 65. Ну, 210 она бы своих забрала. Надо вот это запомнить, что по фунту хорошо отрабатывается, так как фунт очень волатильный, да. А, по фунту отрабатывается у нас хорошо М1 модель. Надо здесь ловить М1. Ну, вот. Блин, да, видите, у овчарки некрасивые уши. Опять же, 100. 111 пунктов стоп лосс это 133 ой 333 пункта но ну, здесь было да здесь тоже был стоп это take profit ну такое раз через раз и сильно сильно большие стопы больше 100 100 пунктов надо стопы по фунту ставить что есть не очень хорошо, да, лучше где-то на других, может быть, инструментах сделать там 2-3 сделки 25 на 75, да, вот, чем одну по фунту и сразу сотку словить стопа. Хотя, как вы видите, он себя когда он отрабатывает, обратно он потом берет 300, да. То есть обратно он потом берет, хорошо отбивается. Ну, по фунту пока у нас ничего. Пока ничего. Пока такое какое-то движение непонятное. Сюда вышли на лондонской обратно зашли в уровень 22100. Здесь, как вы видите, опять собрался лимит. Ложное пробитие, цена ушла чуть ниже. Ушла чуть ниже. 21, 22.00. Да, и сейчас что-то собирается у нас под ценой 22.00, 22.35. Вот где мы уровень у нас проведенный, да. Ну, как вы видите, уровень отрабатывает, потому что вот цена там может быть он 40, да, 48, 40, 35, 40, а там особо разницы нету. Так, поехали смотреть Канадец. Что у нас Канадец здесь говорит? Ну ничего, собирает позу у нас получается рынок собирает позу пока непонятно что тут куда сюда туда вот потенциал возле серединки атара собирает позицию рынок да то есть есть потенциал как туда так и туда сейчас вот здесь можно кстати посмотреть на нашу овчарку будет ли овчарка поэтому в принципе проанализировали все пары Теперь я буду это делать быстро, поменьше буду всякой философии или да, потому что я поднастроил качество видео, чтобы было помощнее, получше, вот чтобы было видно циферки э, вот эти, получается, чтобы было видно их вам, вот эти цифры все, вот поэтому качество видео было улучшено, соответственно величина видео тоже увеличивается, вот 17 минуток на анализ рынка у нас ушел. Пока что нету никаких ни моделей, ни ничего. Поэтому сидим, ждем, наблюдаем. Вот, ставлю на паузу. Итак, друзья, что мы наблюдаем? А наблюдаем мы следующую картину. 10.29. Полчаса уже как европейская сессия начала. Рынок зашевелился. Смотрите, какие движения у нас хорошие пошли. Амплитуда начинает увеличиваться движение. Все, сидим, ждем какой-то позиции, да. Ждем пробития каких-то уровней для того, чтобы входить в рынок. Да, пока что ничего у нас нету интересного. Моделей никаких нету сформировавшихся, поэтому просто ждем. Так, смотрим и готовимся по франку. По франку у нас может сейчас отрисоваться наша овчарочка, да, с хорошим входом. Около 35. Да, где-то 35 пунктов стоп лосс. 5 пунктов заушка. Да, даже, даже 30, даже 32 где-то. Вот так вот, красивенько можно будет войти. По другим инструментам пока что тишина. Все, ждем. Франка. По франку пока что. Ну, слава богу, у нас самые лучшие показатели. Франк работает по данной модели очень неплохо. Да? Так, ну, к сожалению, моделька не сформировалась, поэтому в рынок входить не будем. То есть было что-то похожее. Кстати, с очень да, неплохим можно было стопиком войти. Но, к сожалению, моделька не сформировалась. Но похожая моделька... У нас на пробитие, но бар очень большой, некрасивый, очень большой бар. да То есть мы должны, если входить э, здесь сейчас на продажу, то это 100 пунктов, но нет, это никуда не годится. Поэтому входить не будем. да вот, Поэтому входить не будем. Но сейчас я так думаю, модель сформируется, но просто повыше нашего уровня она формируется. Ну, а повыше уровня, что у нас здесь? Если, допустим, вот так вот по закрытию брать, да, то здесь непонятное что-то. Особо уровня никакого поймать нету, да? Кругленького какого-то, чтобы можно было чего-то отталкиваться. Нету, да? Ну, и ухо. Ухо у нас, если брать по бару, 40 пунктов, что тоже не есть найс. Nice. То есть мы любим с короткими стопами заходить и чтобы уши были там в районе 10-15 пунктов максимум, то есть с длинными ушами, еще и с разнобойными такими в рынок не заходим. Все, ждем дальше, пока что сигналов больше нету. Ну, так, друзья, смотрите, что у нас происходит по Йенке. По Йенке очень красивая сформировалась моделька с коротким стопом. Да, можно войти в районе 40 пунктов стоп лосс. Да. То есть, если 5 пунктов взять, вот, да, 40 пунктов. Я думаю, что стоит. Да, стоит возле уровня 107.30 войти на покупочку. <coughs> войти на покупочку. Э, со стопом 40 на 120. 40 на 120. Небольшой стопик. Входим. Ну, будем смотреть. То есть. Овчарочка у нас наша с ушками. Сформировалась разность ушей, небольшая в районе 5 пунктов. Цена вернулась обратно над уровнем и потихонечку стремится вверх. То есть 120 пунктов. Это у нас будет чуть выше, чуть выше этого уровня. Да? Вот. Так, стопик чуть пониже мы перенесем. 5 пунктов от наших ушек. Давайте перейдем на 5 минуточку быстренько это все. Посмотрим, чтобы было все правильно. Да, 5 пунктов от нижнего ушка. Ну, все, в принципе, следим, ждем, что произойдет. Моделька сформировалась. Причем красивая, да. Перелоу не было здесь, да. То есть мы, иначе бы нам пришлось входить с большим стопом. Если бы вот это если бы этот бар ударился бы ниже, да, нам бы пришлось заходить, как мы помним со стопом ниже соседнего пробоя, вот, но пока что ничего не было. Вот уровень 107.30 у нас подтвержденный уровень, вот было касание его, да. Сейчас посмотрим хай, да, ровно 107.30. Давайте еще поищем, что у нас тут было. Вот хорошо сдерживал уровень, да, цена пошла у нас от уровня на 100 40 пунктов вверх потом немножко уходила вниз вверх потом пробивала этот уровень но вообще уровень держал вот смотрите тоже что-то похоже на нашу на нашу модельку да здесь можно было войти 55 пунктов это 150 пунктов но ну, к сожалению не отработалась модель тоже уровень э у Александра Герчика какие-то новости вышли. Сейчас будем смотреть. Так. Так, так, так. Где у нас уровень 130 еще отрабатывался? Вот здесь отрабатывался. Видите, была остановка, прокольчик, остановка возле уровня, потом какое-то замешательство, но потом цена пошла выше. Ну, не есть прям такой сильный уровень, уровень 130, да, тут все, тут уже цена у нас убежала. 130, 130. Ну вот, сбор позиции по уровню 130 был, да, у нас, когда это было, это было 1 мая, то есть, ну, не так давно. Не так давно цена у нас была в районе этого уровня, причем торговалась как и вверх, так и вниз, вот. Поэтому будем посмотреть, что сейчас получится. Но моделька сформировалась хорошая, цена у нас шла, ишла у нас цена сверху вниз, да, как бы силы пробить нормально уровень не хватило, цена входила обратно, сформировал нашу модель. На разворотик да то есть посмотрим хватит ли ей силы дойти до этого уровня когда она пройдет у нас но ну, опять опять поздновато я вхожу в рынок пока все расскажу пока покажу да а вот немножко поздновато можно на 10 пунктов с короче стопом входить если сразу входить за уровнем а Короче, наверное, я буду дальше делать так. Буду входить в рынок и потом буду рассказывать, что произошло. Потому что пока я рассказываю, цена немножко успевает убегать от нашего уровня. Поэтому буду входить в рынок, проставлять стопы, потом включать видео и рассказывать, что, что сделал, что происходит, почему это сделал. Вот, так, так и тейк-профит был бы у нас. На 10 пунктов ниже, а 10 пунктов это под уровнем. То есть вероятность того, что цена бы стукнется в уровень, да, и потом обратно пойдет вниз намного больше, чем она его пробьет. Да, вот. Тем более, что тут как бы уровень 250 довольно сильный уровень у нас. Вот. Но цена э, на покупку у нас хорошо есть. Мы находимся... Мы находимся ниже середины АТАРа, Мы сползли. Откатик, откатик возможен. Вот. Откатик возможен. Хотя Йенка не сильно у нас любит э, вот эту модель. Как-то слабо она по ней отрабатывается. Вообще Йена, Йена такой слабый инструмент. Слабый по этой модели. Как вы видите, сделок у нас здесь нету. Практически по этой модели, а где есть, то там. А, нет, это была пробойная модель. Не, ну вот здесь был take profit. Здесь был take profit, но здесь и вход у нас был, да, 25-30 пунктов, да, 30 на 90 получается. Да, 30 на 90. Здесь у нас был стоп-лосс. И там еще два стоп-лосса. Пока что. Пока что по этой стратегии, да, по этой модели у нас больше стоп-лоссов, чем чем тейк профитов. Ну посмотрим, последим, посмотрим. Вот как мы видим, цена дальше стремится вниз. Ну ничего страшного, она до стоп-лосса еще не дошла. Поэтому ставлю пока на паузу. Не раз такое бывало, да, что цена могла там и 3-4 пункта не дойти до стоп-лосса. Он правильно, если выставлен, 5 пунктов от хая, да, Вот ло в данном случае, то есть цена сейчас может пойти и в нашу 100. Все, пока ставлю на паузу. Стоп лосс, take профит включаю. Итак, по франку у нас таки сформировалась наша моделька. Да, тоже с коротким стопом. Смотрите. С коротким стопом в районе 25 пунктов. Но сейчас уже, конечно, догонять цену. Не очень хорошо, блин, чуть-чуть я провтыкал. Но опять же, у нас был прокол здесь, да, то есть стоп у нас уже будет от, этого, от этой цены, то есть 35 пунктов. 35. Если сейчас цена немножко вернется, мы войдем тут под уровнем. Все, жду, вернется ли цена. Итак, друзья, вошел я в эту сделку, сейчас немножко 100 подкорректируем, да, то у нас тут он 8 пунктов, мы его подтянем до 5. От этого хая, вернее, от этого лоу 6-7, сейчас еще немножечко. Вот так вот. Вот, да, 5 пунктов. А, и take profit у нас получается... 141 пункт, а стоп-лосс у нас, да, 50. Ну, короче, один к трем, вот, один к трем. Все, ждем тоже, вошли в сделочку, спокойненько. Цена у нас, take профит у нас в районе нашего дневного, в районе нашего дневного получается хая. Да, то, что мы сегодня максимум в днем достигали. Ну и от дневного лоу будем сейчас пробовать двигаться вверх. Стоп-лосс выставлен, правлен по, правильно по риск-мани-менеджменту. Все тут у нас хорошо. Как вы видите, Йенка подсела под наш стоп-лосс, остановилась и замерла. Ну ничего страшного. И не такое пересиживали, как говорится. Итак, получили два стопика. Два стопика мы получаем. Ну что, печальненько, конечно. Вроде как все было хорошо, да, то есть уровень был, моделька была. Здесь вообще красиво моделька сформирована. Вот, но <coughs> цена почему-то идет вниз. Не отрабатывает у нас модель. Да, Будем ждать следующих сигналов, будем смотреть, что будет происходить. Может быть сейчас от этого уровня сформируется новая модель. Да, то есть если цена сейчас дойдет, вот у нас здесь тоже есть уровень 107.045, здесь 97.84. Где-то какие-то сигналы мне подает. Что за сигналы? Где какие сигналы? Вроде нигде никаких алертов не выставлял. Ну ладно. Будем ждать, будем ждать, друзья. Пока что два стопика небольших получилось у нас. Хотя вот, опять же, смотрите, цена сейчас возвращается обратно. Да? То есть это, был, это, возможно, был поход, поход за стопами, да, чтобы потом цена пошла обратно веселее, скажем так. Вот. Опять же, здесь если заходить, 40, 40 пунктов стоп-лосс. Ну, и тут уже какая-то каша, это уже точно не наша модель, да. То есть бар вниз, бар вверх, бар вниз, бар вверх. Этот бар вообще на наш бар не похож. Ну, такое, опять же, говорю, это, возможно, это был поход за стопами какого-то крупного игрока для того, чтобы лучше, веселее дальше пойти вверх. Ну что ж, будем следить, будем смотреть. Пока что больше ничего у нас интересного нету. Ни по одному из инструментов, да. Пока что тишина. В данный момент можно увидеть, что мое предположение было правильным, да. Смотрим, вот сходила цена ниже данного лоу да совсем немного сходило там 10 пунктов вот это был походик за стопами за стопами за пред, предыдущим лоу да и теперь цена обратно вошла уже э, над уровень да и стремится вверх ну посмотрим что будет посмотрим просто просто минимальный стоп был выставлен да правильный стоп лучше получить маленький стоп да чем большой, потому что не факт, цена могла пойти вниз, мы находимся возле серединки нашего аттара, цена сейчас от этих уровней может как вверх пойти, так и вниз при появлении какого-то крупного игрока, да, но пока что пока что все крутится в, вокруг, крутится, вертится вокруг серединки аттара, причем как мы видим, смотрите здесь вот вообще какой у нас уровень нарисовался э 90, да, 97, 290. И смотрите, как четко цена 1, 2, 3 ударяется в этот уровень. Вероятность того, конечно, что она пойдет вниз намного больше, чем она пойдет вверх, да, потому что пробила сверху вниз и сейчас вот собирается под этим уровнем, причем что этот уровень у нас зеркальный, вот подтверждение, да, была цена отбоя, и сейчас она здесь вот у нас колеблется. Она у нас сейчас здесь колеблется на зеркальном этом уровне. Поэтому сила похода вниз намного больше, чем сила похода вверх. Поэтому мы и, может быть, и получили этот стоп-лосс. Так, друзья, по, не, по иене формируется очередной сигнал, более уже сильный, так как иена уже. Э, Сейчас, подождите, подождите. Так как Ена уже от середины АТАРа подходит к концу АТАРа, да, вот, и у нас здесь есть зеркальный уровень 1760. Вот, смотрите, здесь было касание у нас, здесь было касание, да, с хорошими отбоями вот этого уровня. Здесь почти, вот, здесь. И здесь отзеркалился, причем цена потом очень хорошо отскочила вверх. Сейчас посмотрим, что у нас здесь э, сформируется от этого уровня. То есть, с каким стоп-лоссом нам надо будет заходить. То есть, в принципе, даже до дна АТРа, видите, 55 пунктов, мы можем заходить. То есть, если сейчас цена пойдет обратно, то отсюда мы будем еще раз пытаться заходить на покупку потому что ну, цена уже хочет откатиться она уже э, на грани вот сколько тут 15 пунктов 17 15 пунктов от э, от своей перепроданности отсюда вам может быть хороший откат то есть смотрим рассмотрим этот нюанс да даже если цена сейчас у нас дойдет до до серединки атара сейчас погодите я открою новый ордер, чтобы если цена резко побежит вверх, чтобы я мог войти в рынок. Так, итак, рассмотрим. Даже если цена войдет сюда, нам надо будет 5 пунктов да, отойти. Это где-то отсюда. Отсюда у нас будет вход 60 стоп-лосс на 180 тейк-профит. Ну, многовато, конечно, под, под тот уровень 250, да? Многовато, конечно. Йенка так слабо очень ходит на такие большие расстояния но все равно, по крайней мере если хотя бы, если хотя бы цена пройдет э, если хотя бы пройдет 1 к 2, да, хотя бы 120, хотя бы в этот район мы сможем перенестись в зону безубыточности по Ени, наверное, так и стоит делать то есть, если цена пройдет в нашу сторону 1 к 2, переходим в зону безубыточности, да, чтобы уже тут не потерять и будем уже ждать отбоев от 130 уровня и роста за 250. Пока что у нас цена максимально приблизилась к нашей зоне перепроданности. Сейчас будем смотреть, какое ухо у нас сформируется. и будем заходить уже на покупку. Ну, конечно, такая разность ушей тоже нам не очень подходит, да? То есть, если цена дойдет до нашей критической точки АТАРа это будет 30. Ну 30 еще куда не шло. 30 пунктов, да, это тоже куда не шло. Но опять же постоянно отодвигается наш стоп-лосс. Хотелось бы, конечно, как с можно меньшим стоп-лоссом войти. Ну и чтобы и тейк профит у нас, да, был немножко поменьше по иене. Вот 150. Вот если сейчас цена где-то развернется, это будет плюс-минус идеальный Вход. Ну вот, плюс-минус идеальный вход. Так что ждем. Включусь уже, когда будет что-то ясно. Итак, вошел я повторно э, в йену. Да, сейчас я только отфильтруем наш стоп-лосс, чтобы он был максимально правильный. Давайте на 5 минуточки это сделаем, э, чтобы он был максимально правильный от нашего хвостика. 5 пунктов это 107.19. 107.019. Mm. вот так и take profit да нормально и take profit наш так стоп лосс у нас получается сколько 40 пунктов да take profit 120 пунктов должен быть где у нас тут 120 пунктов? По какой цене? 120 пунктов. По цене 107-181. А то я так на быструю 107-181. Вот. Все, будем пробовать. Вроде бы на 15 минутке моделька наша подтвердилась, да. Вот сейчас только появилась новая свеча, опять зараза ползет вниз. Но будем пробовать. Мы уже на дне, продавать тут точно уже нету смысла, да. Вот, Большой, большая вероятность того, что цена пойдет вверх, тем более сформировалась у нас моделька. Уши, конечно, кривоваты, но в пределах разумного, в пределах 15 пунктов. Ну, будем смотреть, будем ждать, смотреть, что произойдет с этой сделкой то есть какие факторы какие факторы толкают меня на покупку да, от этого э, уровня первый фактор это небольшой стоп лосс в районе 40 пунктов это раз то есть влазит в наш риск менеджмент это раз э, второе второе это то что мы находимся возле зоны перепроданности да, конец движения по нашему АТРу то есть вот наша серединка АТАра, вот наш конец АТАра, то есть отсюда должен быть от откат, тем более уровень 107.060 очень сильный зеркальный уровень, да, много раз подтвержденный на истории. Вот как вы видите цена тут его прокалывала, потом вот какие были откаты от него, да, то есть на 200 пунктов. То есть мы сейчас торгуем разворотную модель, ждем пока рынок развернется в нашу э, сторону. Здесь, как мы видим, была двойная вершина. Двойная вершина э, на 225 пунктов. И уже она себя отработала. Да, почти на 180 пунктов сходила вниз. 70% где-то модель себя отрабатывает обычно. Вот, она уже себя отработала. Причем, как я всегда и говорю, да с э, вершина. Потом идет пробитие. Если нет закрепления, под, обязательно будет плечо. Все по классике. Все по классике. И потом пошло вниз. Ну, все, в принципе, ждем. Ждем, куда пойдет цена по нашему новому ордеру. Так, и еще у нас здесь пробойная моделька сформировалась. Тоже с небольшим входом. Сейчас вот прям надо входить, потому что можем не успеть на бай да это наша моделька получается пробойная стоп лосс ставим 60 65 пунктов где там наш стоп лосс не то стоп лосс 65 180, 195, 195. Чик-чик, окей, окей. Все, тоже ждем. Ждем, смотрим. Так, а где же наш тейк профит? Где-то в каком-то уровне, наверное. Давайте посмотрим, где же, в каком же он уровне у нас. 195. Так, а где же наш тейк профит? Не понял. Войти вошли. А, не поставилось. Почему-то. Во. О, как раз возле границы нашей перепроданности. Все, ждем. Отлично тут у нас должно быть 5 пунктов. Да, 5 пунктов. Пробойная наша моделька. Вообще заходить надо было где-то вот здесь, но я немножечко провтыкал. Отошел на 5 минут опять, да, пришел, уже свеча закрылась. Ну ничего, мы практически вошли тут, сколько там, 10 пунктов плюс-минус выше, чем надо. Но опять же, в таком случае, просто когда цена пройдет 130 пунктов. Перенесем наш стоп-лосс в безубыток и будем ждать тейк-профита. Все, в принципе, две позиции. В две позиции мы вошли. Ждем, смотрим по остальным инструментам. Пока тишина. Цена тут колеблется. Ни туда, ни сюда. А вот пока что у нас только франк и иена. Какие-то показывает результаты, какие-то показывает модельки у нас, да, вот, пока что ждем, и, кстати, что хотел показать, как мы видим, да, а, вот эта моделька, да, это был действительно поход за стопами, вот, и при, форма при формировании новой модели надо было все-таки входить нам, да, а, вот, потому что, смотрите, что у нас здесь, где наша цена уже, то есть... А, проанализировано было все правильно, но покупателям покупателям, да, было сначала а, сформировано движение за стоп-лоссами. То есть сначала он себе сходил, сходил за стоп-лоссами, чтобы потом хорошо пойти на покупку. Да, то есть он понял, что здесь пооткрываются лимитники на покупку, и надо будет пойти. Обычно выставляю, да, там 5 пунктов от ближайшего лоу. Да, то есть вот там где-то 25-30 пунктов стопы. Он сходил, их забрал. И теперь себе спокойненько, приспокойненько идет вверх. Ну, ничего страшного. Будем сидеть, смотреть, ждать. Мы вошли в позицию по пробойной модели. Сейчас я покажу. Вот наша пробойная моделька, да. Цена идет снизу, подходит к уровню. Открылась, закрылась, хвостиком пробила. Открылась, закрылась, тут входим. Ну, мы практически сделали то же самое. Даже, даже можно сказать, больше, более уверенно, потому что вот была наша... Пробойный, пробойный наш бар, потом цена открылась, закрылась, видите, и мы уже на третьей, на третьем баре все время, хочу сказать, свеча. Раньше работал со свечами. И вот эта свеча, свеча постоянно вырывается. И мы уже на нашем третьем баре входим да, на покупку. То есть закрепление третьего бара над уровнем произошло. Цена у нас тут сходила уже в районе 30 пунктов вверх-вниз. Вот. То есть цена закрепляется у нас над уровнем. Поэтому э, вероятность того, что цена пойдет вверх, очень велика. Конечно, хотелось бы открыться пунктов на 20 ниже. Ну что ж, поделаешь. Придется потом просто по проходу цены, э, по проходу цены 2 к 1 перенести стоп-лосс без убыток. В случае того, если цена э, не дойдет до нашего take профита А так, в принципе, все нормально. Йенка, как мы видим, тоже разворачивается. Тоже моделечка потихонечку начинает отрабатываться. Потому что цена уже в зоне перепроданности. Да, потихоньку идем вверх. В принципе, плюс-минус. Все нормально. Следим, смотрим, ожидаем, что у нас произойдет. Итак, друзья, сегодня франк не в нашу сторону работает. Да, не хочет он нам дать заработать. Вот. Второй стоп-лосик мы словили по франку немножко побольше, чем прежний. Этот у нас почти 70 пунктов. Этот у нас был... Этот у нас был 50, да. Ну, ничего страшного. Ничего страшного в этом нету. Вот у нас формируется новый сигнал на покупку. Даже не знаю, что сказать. Вот, честное слово. Давайте посмотрим, отработал ли себя этот сигнал. То есть этот сигнал у нас был где-то порядка 50 пунктов. Да, 50 пунктов на 150 не отработал. Потом получается пробойный сигнал тоже себя не отработал. Пока что непонятно, что у нас происходит. С пятничным рынком, как я вчера говорил, пятничный рынок это дело такое, да. Дело непонятное, дело вялое. Вот, вроде до новостей еще далеко. Почему он себя так непонятно ведет? Да, до новостей еще далековато. Только 12. Новости у нас 15.30. Непонятно себя ведет. Не хочет, не хочет отрабатывать. Хотя вчера видите. Очень даже неплохо отрабатывала вот 70 пунктов стоп-лосс, там на 200 пунктов тейк-профита. Отрабатывала себя модель. Сегодня пятница, работать не хочет. Но опять же, это у нас было на нью-йоркской бирже, э, на нью-йоркской сессии, да, э, это когда американская и европейская сессии пересекаются, лондонская европейская сессия как мы видим, более вялая вот что она только 200 200 пунктов смогла пройти а вчера ну, вчера приблизительно то же самое да уже только когда два рынка соединились две разные сессии соединились тогда объемчик конечно пошел побольше ну грубо говоря этот момент, наверное, надо внести себе в риски money management. Почему? Так, телеграмчик начинает поддоставать. Надо мутик поставить на него. В риски money management, да, надо внести. Почему? Потому что когда объем, объем торгов у нас не превышает, допустим, там 3-4 наших ATR. да, то тогда и торговать, наверное, тоже не стоит, потому что, ну, как бы движение сильно маленькие, нету у них такой силы, да, вот. В принципе, с открытием, с открытием э, Нью-Йоркской сессии у нас еще будет два с половиной часа до новостей, маловато, конечно, маловато, вот, маловато, а новости сильные тоже у нас тут Какие-то ритейл-продажи и опять что-то ритейл-сейл. Короче, по каким-то продажам. Новости каких-то каких продовольственных продаж, походу. Не впадло падлу, заходите разбираться, мы просто по новостям не торгуем и все. То есть, когда там ближе к новостям будет час до новостей, час после новостей, не будем торговать. Вот, формируется опять сигнал на покупку. Чуть выше уровня, я так понял, от вот этого. Да. Да, есть у нас тут уровнечек локальный такой. Вот. Это что у нас за уровень? 270, 97, 270. Вот, от него формируется сигнал с небольшим стоп-лоссом. Ну, честно, даже не знаю, потому что. Посмотрев на вот это, да, на вот этот непонятный рывок падения вниз на 110 пунктов, такое себе, конечно, такое. Вот. Ну, в принципе, от уровня можно попробовать купить. Со стоп-лоссом 25. Давайте попробуем. С маленьким стоп-лоссом 25, 25 на 75. Окей. Давайте так, 25 на 75, 25 на 75. Вот так вот мы попробуем купить. Да, немножко надо наш э, стоп-лосс подрихтовать на 5 пунктов ниже. Поставить, и это у нас получится, так, да, 5 пунктов, и это у нас получится стоп-лосс 30. 5 уже ну да нам же надо еще учитывать 10 пунктов комиссии потому что комиссия у нас доллар сразу да это 10 пунктов в нашем случае это 35 35 на 100 на 105 ну немало немало конечно приходится увеличивать take profit если он был э, у нас 75 то надо добавить нам 30 пунктов 30 пунктов это 97 371 97 370 1 вот, вот так вот пришлось раздвинуть ноги ордеру да все наблюдаем дальше не затягиваем наше время нашего видео. Итак, друзья, получаем мы очередной стоп. Очередной стопик мы получаем на 35 пунктов. Вот. Не знаю, по франку я больше сегодня в сделке входить не буду. Как-то он максимально неадекватно себя ведет. Максимально неадекватно рисует нам модели разворота, да, а сам движется в другую сторону. Может быть, я что-то неправильно опять же вижу. Вот, потому что модель разворота у нас немножко по-другому выглядит, да. Немножечко по-другому она у нас выглядит. Цена идет с одной стороны, потом резкое движение к уровню. Тут как бы если бы была бы разворотная модель, цена бы должна была идти вот как здесь, да, у нас с этой стороны, да. С ренджа она пошла вниз потом какой-то определенный момент прошла вниз, потом развернулась и пошла опять вверх. Здесь же у нас цена шла вверх, просто резкое прокалывание было, да. Ну, все равно, если цена у нас здесь была в районе одного АТА. и потом резко свечой пошла на АТР вниз, не знаю, не знаю даже, что и судить что и судить, и как и судить. Сейчас вот скотина опять нарисует нам разворотную модель, да, и опять пойдет вверх. Ну, не знаю, сегодня я не понимаю, что с франком творится, да. Почему он вчера так красиво отрабатывал наши модели, сегодня не отрабатывает абсолютно. Вот, как мы видим, иена и шла, и шла потихонечку вверх. Теперь почему-то резкая свеча вниз тоже пошла на 60 пунктов. Просто какой-то трэш творится, модель тоже не хочет себя отрабатывать. По, инсталь... По остальным инструментам пока ничего. Пока тишина. Достаточно вяло себя ведут остальные инструменты. Ходят там в диапазоне 180 пунктов. Ну, для новозеландца доллара это, это понятно. Для фунта доллара это тоже понятно. Там 200 пунктов. Ну, а 350 пунктов. Но опять же, это... Это фунт, он, он такую имеет волатильность, да, но ну, на графике это видите, как все выглядит. Вот. Набор, набор позиций вокруг э, такого большого уровня, как 22,100 и как бы 22,100 плюс 22,035 наш уровень, да, видите, оно вот набирает какую-то большую позицию, не знаю, будет какое-то большое движение. Или вниз, или вверх, скорее всего, но нету какого-то определенного поджатия в какую-то одну из сторон, да, какому-то какому из, из уровней. Да, вот сейчас что-то похоже у нас на, на пробив этих уровней. Цена начинает консолидироваться внизу. Да, если здесь какой-то будет лимитник, соберет несколько свечей, может быть войду тут с небольшим стопом. От этого хая там в 50-45 пунктов попробую сыграть на продажу, да, по, по фунту. Вот. Франк сегодня, конечно, разочаровывает. И вот смотрите, опять же, рисуется модель на покупку, да, то есть по факту мы здесь сейчас должны входить в рынок, да, вот, со стопом 30 пунктов. Но опять же, будет ли эта покупка, не будет что-то похожее на прошлую нашу ситуацию. Но опять же, в этой ситуации не отработала себя модель 45 пунктов. Это где-то на 135, только 100 пунктов прошла. Потом резкое движение вниз, непонятное, ничем не обусловленное. Уровень какой-то, то ну как бы особо-то и уровня здесь никакого не наблюдается, да, ну в локале я имею в виду, то есть в сутках, в ближайшее время. То есть нигде особо. Ну вот один удар был. И тут, и тут два получается удара. В этот уровень 97, 356. Такое себе что-то творится с рынком. Не хочет он у нас идти никуда хорошо и правильно. Вот. Непонятно непонятно, господа, пока что ничего не понятно. Тем, тем временем Ена устремилась тоже к нашему стоп-лоссу, зараза. И сейчас она, наверное, его пробьет. А, нет, еще 26 пунктов до стоп-лосса. На стоп-лосс 60 здесь получается или что? А чего такой большой? А чего такой большой? Если хвостик вот. Что-то я ничего вообще не понял. Стоп-лосс корректировал. По хвосту. Почему-то он ниже. У нас уже... По факту мы уже должны были стоп-лосс поймать. По факту. Ничего не понимаю я, что творится. Стоп-лосс подтягивал. Сейчас он чего-то ниже. Ну, терминал я перезагружал. Ладно, давайте подтянем стоп-лосс сюда. Потому что это никуда не годится. Такой стоп-лосс огромный. Потянем его поближе, если пробьет наше дно. То есть вот 5 пунктов одна. Но ну, нет, я не ставил одна. Я, я всегда ставлю 5 пунктов от этого. Ничего не понимаю. Что творится в этом терминале. Ну, демо-счет, демо-счет, что тут можно сказать? Дамасчет. Может быть, какие-то глюки происходят. Потому что по дамке, я так понимаю, оно все обыгрывает на виртуальном сервере. Вот. Так что еще и сейчас и стоп-лосик, может быть, по енке у нас тоже. Не хочет рынок работать. Тогда переждем маленько, посмотрим, что у нас будет с открытием нью-йоркской сессии. Может, по нью-йорку что-то откроется. Лучше, но пока что, пока что все очень грустно выглядит. Три стопа получить на на хорошо сформированных моделях наших, да, это это очень как-то интересно, очень интересно. Итак, друзья, мы так и получили стопик поения, да. Цена немножко отходила, заходила и так и стоп и получился у нас стоп по иене. Ну что ж. Ну, как вы видите, цена не сильно вниз хочет идти, потому что уже уровень перепроданности. Дальше у нас какие-то новости тут по Америке будут. М -м через полтора часа. Поэтому не знаю. Пока что никаких сигналов по остальным инструментам нету. Вот пятница, пятница, развратница, как говорится. Надо было, может и не влазить здесь, да. Я в вчерашнем ролике говорил, что пятница вялый день, плохой, конец недели. Вот, может и не стоило даже сегодня рыпаться, но сигналы были хорошие по франку. Франк у нас до этого неплохо отрабатывал, да. Можно было, конечно, и заходить здесь. Причем, что второй сигнал так вообще был красивый. Второй сигнал вообще был красивый. Просто что немножко... Не-не-не этот вот этот. Да какая разница тут свеча. Да. Просто что я немножко выше вошел там на 40, 40 пунктов. Они а там 35. 25. Сколько здесь? 33. Да. Поэтому немножко стоп-лоссов нахватали сегодня. Три стоп-лосса по франку и два стоп-лосса по йене. Ну, не знаю, может быть, до конца дня что-то еще будет, поэтому... А, кстати, сегодня пятница. Сегодня пятница, надо будет под вечер, да, последить. Где-то пол одиннадцатого войду на рынок, посмотрю, как у нас будут закрываться дни сегодня. Ну, пятничный день, да, будет ли такое, как было в прошлую пятницу, когда до конца дня рынок, допустим, там и шел себе в какую-то одну сторону, и потом за час до закрытия дня да там просто на 100 пунктов вниз по каждому инструменту да было тоже это посмотрим будет ли в эту пятницу такое вот а так в принципе пока что все ничего интересного нету ничего интересного нету по фунту стоп плюс и такие что аж страшно туда смотреть в ту сторону вот нью-йоркская сессия открылась но пока что-то никаких, никаких у них рывков нету. Не то ждут все новостей, ждут. Вот. Скорее всего, что ждут новостей по Америке, да, и тогда уже будет какое-то движение плюс-минус цены адекватное. Вот здесь вот сейчас по австралийцу может у нас что-нибудь сформироваться, да, идет резкое движение вниз вот идет резкое движение вниз может быть раз разворотная модель сформируется опять же если она будет тут с небольшим стоп лоссом то можно будет заходить 30 к 90 можно будет заходить если будет по более уши огромные вот я смотрю что у этой модели разворотной до да, двумя барами самое лучшее, самый лучший стоп-лосс это где-то 30-35 до 40. 40 это максимум, да. Вот. То есть, если у нас формируются уши небольшие, если вот так вот можно войти, да, вот как на вот этом вот примере, если вот так вот до 35 пунктов, 30-35 пунктов, ну здесь 35, потому что надо немножко отступить, потому что цена может двигаться еще вниз немножко, да? на этом баре вот если вот такое формируется тогда тогда нормально заходить то есть у нас и как бы и стоп небольшой и тейк профит небольшой 90 пунктов вот в принципе соразмер, соразмерно движению цены на рынке вот и вероятность того что мы заработаем больше чем то что мы потеряем как мы видим здесь у нас поение хотят прожимать дальше вниз. Опять же, не знаю почему, как бы движение цены аара у нас пройдено, какая сила тут двигает рынок вниз. Дальше у нас уровень очень сильный, 106 900, ну вот, 106 900, 106 800. дальше уровни, вот. Но на графике все так складывается, как движение вниз, да, то есть как мы сегодня смотрели в телеграм-канале герчика да по форексу то есть цена прошла закрепилась и стремится вниз то есть произошло набор лимит какой-то тут лимитный игрок у нас который выше цену не хочет пускать вот выше уровня все значит будет уход вниз цены франк козлина значит, ну как бы так и торгуется вокруг вот этого уровня. 97 254 уровень, да. Он так гадина тут и торгуется. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Набирает позу. Набирает позу. Вокруг этого уровня, да. В канале ходит. Зараза. Не захотел никуда сходить. Ой. Ну пока ничего нет, все ставлю на паузу. Так, друзья, осталось тут у нас буквально полчаса до новостей, рынок уже начинает реагировать на приближающие новости, да, начинает реагировать на э, предварительные результаты, да, по новостям начинает вот смотрите, э, австралиец покатился вниз, канадец покатился вверх, да. Фунт покатился вниз тоже. Йена задергалась, да. <с2> Он, Франк покатился вверх. Зараза. Козел. <с1> надавал нам стоп-лоссов и покатился вверх. Да? А так как раз бы где-то здесь один к двум бы уже было. Ну ладно, то, то уже не важно. То уже не важно, то уже проехали. Тут получается тоже цена в коридоре. Чик-чик-чик-чик-чик. И покатилась вниз. То есть рынок начинает. <coughs> рынок потихоньку начинает реагировать на новости. Вот поэтому сейчас э, торговать уже будет как бы опасно. Да, потому что свечи, как вы помните, на новостях шуруют по 150 пунктов вверх-вниз. Поэтому переждем, посмотрим. В принципе, вторая новость через полтора часа. То есть особо в рынок тут в этом диапазоне не войдешь. Вот. Поэтому на сегодня, я так думаю, уже все у нас. Вот. Но я видео поставлю на паузу. Обязательно еще зайдем в 11 часов вечера и обязательно для себя в памяти зафиксируем, как будут выходить а, те трейдеры, которые уже сидели в рынке. Да, будут ли они выходить в конце недели с рынка, потому что сейчас как бы такая тревожная ситуация в мире, вот, люди, люди боятся за оставлять на субботу-воскресенье открытые ордера, поэтому в пятницу выходят с рынка, да, вот, в пятницу много кто выходит с рынка, все боятся оставлять на два дня ордера, потому что за субботу, за воскресенье может произойти все, что хочет. Вот, попробуем на этом отыграть. Вот, посмотрим, как будет. Зайдем, посмотрим, если рынок будет идти в какую-то одну сторону. То есть, допустим, будет покупаться инструмент. Да, мы попробуем отыграть в другую сторону, там с небольшим каким-то стоп-лоссом. Зайдя там со стоп-лоссом 20, да, в другую сторону на 60. То есть 20 на 60, 1 к 3. Попробуем забирать, да. Вот. Пока что все. Ставлю на паузу. Ждем вечера. Ну что, друзья, все как и всегда. На новостях. Смотрите, что происходит. Цена уже опять там. Даже если бы мы вошли, да, цена опять и шла в нашу сторону. Да, сколько у нас тут стоп-лосс? Был 40. Ну здесь бы забрали. А вот здесь. Давайте чуть разверну обратно. А, где мы здесь входили стоп лоссом 40 пунктов, 120. Но ну, здесь бы успели забрать. Но все равно, смотрите, что опять происходит с ценой на новостях. Просто, просто. Бух, 300 пунктов вниз. А, Где-то свечка открылась. Бух, 400 пунктов вверх. Это, это просто, это новости, друзья. Это новости, детка. Так что у нас там час. Ладно, ставлю на паузу. Все, будем ждать конца этих новостей. Уже конца дня, да, и смотреть, что там можно будет сделать на выходе из пятничного дня. Так, ну что ж, друзья, рынок вроде как успокоился, утихомирился. Прошло у нас 45 минут с выхода новостей. Новости последние, да, по Америке. Вроде бы как немножко подутихомирился рынок. Барчики становятся все меньше и меньше. Вот. Так что потихонечку еще последим. Может быть еще что-то у нас будет. Но вообще как бы 17.52 вряд ли уже что-то у нас выгорит с этого. Вот по фунту может быть будет у нас разворотная моделька. Если будет с небольшим стопом около 50 зайдем на покупку. Хотя, а, да, кстати по фунту мы находимся уже ниже линии перепроданности но ну, нет как всегда выбиваем уже 127 пунктов. не точно точно 127 пунктов стоп лоссом мы входить не будем <laughs> вот а так в принципе в принципе день сегодня нормальный опять же. Моя вина за то, что получил стоп-лоссы, полез в неликвидный рынок. Полез в рынок, который <coughs> по АТАР не отвечал моим требованиям, да, 325 пунктов. Это даже не 4 АТАР. Даже не 4 АТАР. 7 АТАР, 700 пунктов. А я полез. Еще когда рынок не разгулялся, скажем так, да. Ну хорошо, в принципе, в принципе на сегодня все. Уже там посмотрю э, в 23 часа, что будет на выходе, на выходе с рынков. Будут ли покидать. Давайте вот посмотрим по фунту, да. М -м, дневной график. Откроем. Не, не дневной, часовой. Часовой, чтобы легче было смотреть. Отключим. Так, один день, два три 4, 5. Это у нас понедельник. Это у нас понедельник, 11 число, да? Да, 11 понедельник у нас был. Вот, 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 вот. И получается в пятницу. Вот, смотрите, 22.00, 23.00. То есть цена себе потихонечку ишла вверх. Еще тут сколько-то прошла. 30 пунктов. И потом резко начали закрывать позиции трейдеры перед выходными, да. И смотрите, в, в 23.00 какая у нас открылась цена тут, пошла еще вверх на 30 пунктов, да, и потом на 100 пунктов вниз. Вот попытаемся сегодня входить на этом на этом баре да, на закрытии рынка. Там, я не знаю, со стоп-лоссом 30 пунктов. 30 к 90, да. 30 к 90. Что-то такое. Ну, посмотрим. Переключимся на минутный график. И посмотрим, как цена будет себя вести, под каким уровнем она будет, да. Будет ли у нее еще какой-то запас хода, допустим, вверх, если она вверх будет идти. Попробуем. Попробуем отыграть такую картину на закрытие недели, да. Вот пока что ставлю на паузу, иду отдыхать, что-то смотреть, уроки какие-то по трейдингу, еще что-то. Все, всем пока-пока что. Итак, друзья, сегодня еще я по новозеландцу пытался войти, как бы от новостей уже подальше, да? Вот, уже час после новостей. Смотрю, рисуется опять у нас модель нашего ложного пробития, да, причем таки довольно сильная. Вот, и как бы красивые небольшие уши. Тут 10 пунктов. Красивая модель рисуется. Думаю, почему бы не зайти. Цена пошла вверх. Я вхожу немножко выше, да, даже немножко передержал тут пунктов на 25. Для, для пущей уверенности, да, потому что стоп-лосс у нас по уху, все равно здесь был бы пунктов 60, это на 180, а там, где 180, там и 200 пунктов можно взять, да, то есть, если у нас тейк-профит настолько уже большой, около 180 пунктов, да, вот, а это плюс-минус, где-то в этот диапазон, то уже и 200 пунктов цена, возможно, пройдет, тем более, что она в зоне перепроданности, да, вот, но произошло то что произошло рынок абсолютно неадекватный не понимаю я что происходит по новозеландцу я вот не торговал одна попытка у меня была в один день тоже здесь было два стоп лосса да. два стоп лосса я вот не помню что здесь я пробовал уже надо будет пересмотреть видео да, но два стоп-лосса у меня по новозеландцу есть. Хотя вот если по истории поискать, посмотреть, вот, допустим, похожая ситуация, как у меня сейчас, да, тоже где-то около 80 пунктов стоп-лосс, и цена красиво отработала вверх, да, опускалась немножко сюда, свеча потом тут закрывалась, опускалась сюда, но потом вот еще одна параллельная модель, да, то есть, грубо говоря, можно сказать, что подтверждение – Подтверждение хода вверх и цена пошла. То есть, не знаю, здесь же мне просто сегодня не повезло, или как-то я неправильно что-то анализирую. Вроде цена целый день хорошо и шла вниз. Потом немножко сконсолидировалась. Как вы видите, на уровне пошел, распил уровня, набрали позу, ввалили на 420 пунктов вниз да, и вроде бы как бы и заработал уже крупный игрок, 450 пунктов. Я думал, тут отпустит уже, и моделька у нас начала формироваться обратная, да. Но нет, но нет. Пошло дальше, дальше пошло вниз, и как вы уже видите, уже достаточно 30 пунктов прошла цена вниз. Ну что ж, думаю я, что на сегодня этого будет достаточно. И так мы потеряли за сегодня уже 40 долларов. 40 долларов. А это, если так, если не считать, что это наша прибыль была, да, то а 1000 долларов считать, то мы потеряли уже 4% депозита. Уже даже эта сделка уже была лишней на сегодня. То есть у нас максимально на день 3% депозита, 1% от сделки. Да, у нас риск. То есть сегодня я балбес, меня попутал без, да, и я полез сам себе в карман, и вот захотелось мне в пятницу вот так вот поделать деньгами, посорить. Во-первых, до обеда не было волатильности у нас на рынке, а не было атара у нас хорошего да то есть волатильность там была в районе 200 пунктов когда я начал лезть в, в рынок а это не есть хорошо то есть да возьми блин ты дурын да возьми вот по мере сколько у тебя здесь да волатильность волатильность 113 вот где я начал делать сделки смотрите по франку волатильность 172 то есть даже не два атара сравнить здесь, да, вот какая волатильность, 400, вот как раз 4 АТР. И я здесь вхожу в сделку, да, на отыгрыш 200 пунктов, да. Возможно, возможно. И сравнить вот этот ход, да, 170 пунктов, и я вхожу на отыгрыш 150. То есть, да, ну, как бы, вообще неразумно при волатильности 200 входить с тейк профитом 150. Поэтому для этого, друзья, мы учимся. Для этого мы с вами здесь и это все дело смотрим, анализируем. Вот смотрите, как красиво у нас сегодня цена ударилась 96 980, да? 96 980. Уровень. В воскресенье будет домашняя работа. Сядем с вами все уровни, поудаляем, вот, поперепроводим заново, потому что это уже просто трешняк какой-то. Уже каждых у нас уже каждых 50-60 пунктов у нас какие-то уровни. Это уже все. Это уже это не то, что нам надо. Скажем так, у нас уровень должен быть хороший, железобетонный. То есть максимум у нас, что может быть, это наши ATR, да, то есть это наши ATR, это у нас три уровня, и может быть какие-то там ближайшие локальные уровни, да, которые реально будут видны, там, 1-2 уровня, все, а у нас вон 1, 2, 3, 4, 5, 6, у нас 6 уровней, у нас 6 уровней, которые проведены, и еще 3 уровня вот на инструменте, которые э, от АТАРа у нас проведены. Конечно, что э, при количестве уровней количество заходов в рынок увеличивается, но качество их увеличивается ли? Вряд ли. Потому что уровень уровню рознь. да, и там, где мы играем, там, где мы работаем на разворотных моделях, это должны быть железобетонные уровни, да, от которых действительно будет будет цена разворачиваться. То есть, то есть она действительно там должна развернуться, потому что уровень, допустим, там 3-4 раза предыдущих не, раз, ну, не пробивался. То есть и шанс того, что он сейчас не пробьется, тоже очень велик, потому что там, допустим, стоит и какой-то игрок, который не хочет пустить цену выше этого уровня, да, или ниже, или выше этого уровня. Вот. Поэтому надо уровни будет перепрокинуть. Воскресенье, ну я думаю, в понедельник с новыми силами начнем. И победим. Все, всем спасибо за внимание, друзья. Видео на этом я буду дневник заканчивать. В 11 часов я просто посмотрю, что происходило с рынками. В воскресенье мы опять же это проанализируем. Хотя, наверное, я не буду уже сидеть за компом, пойду отдыхать. Уже к компу сегодня не буду подходить, да. 4% убытка. Это как бы. Надо пойти отдохнуть. Вот. И в воскресенье, когда буду делать домашку, тогда и сразу и проанализируем, что у нас произошло по, по новостям. Так, все. Всем спасибо большое, друзья. Всех люблю, целую. Ставьте лайки. Подписывайтесь обязательно на мои соцсети, на Viber, Telegram. Да, потому что YouTube не всегда... YouTube не всегда присылает оповещения, а Telegram мессенджерами мы все пользуемся, то есть в мессенджере вы можете всегда увидеть, что вышло новое видео и себе перед сном полежать, посмотреть, пока не уснете, да, вот, поучиться вместе со мной торговли на рынке Форекс. Все, всем спасибо, пока-пока, до скорых встреч.